Решением правительства России вдоль всего хребта Кавказских гор началось строительство всесезонных туристических комплексов. Самым большим курортом северокавказского туристического кластера станет Мамисон в республике Северная Осетия – Алания. Здесь сосредоточено беспрецедентное богатство – сотни памятников истории и культуры Северного Кавказа. В архитектуре и интерьерах нового туристического поселка максимальный акцент будет сделан на национальном кавказском колорите. Здесь появятся пятизвездочные отели для самых взыскательных и респектабельных гостей. В номерах они смогут найти привычные для себя качество и сервис. Планом развития курорта предусмотрены отели категории 4 и 3 звезды, апартаменты и коттеджи. Сторонникам экономичного отдыха тоже будет предоставлен хороший выбор мест для проживания. Для разнообразного и насыщенного отдыха будут оборудованы тематические пространства. Гостям курорта представят широкую сеть торгового и сервисного обслуживания. Для них гостеприимно распахнут двери кафе и рестораны. Структура курорта формируется по самым высоким мировым стандартам. Расположение отелей, станций подъемников и трасс продумано так, чтобы добираться до них было легко и удобно. Горнолыжные склоны в долине Мамисона рассчитаны на все уровни мастерства лыжников и способны удивить своим разнообразием самых искушенных ценителей этого вида спорта. Для удобства туристов будут построены новые аэропорты, автомобильные и железные дороги. Красота этого края, вкупе с отличным сервисом и традиционным гостеприимством местных жителей, привлекут сюда миллионы туристов. Это идеальное место для создания одного из самых значительных туристических центров в мире.